Никакая ледяная глыба не устоит перед этим малышом. Погрузчик небольшого размера справляется так же аккуратно, как человек с лопатой, но сил в нем, как в 50 дворниках. Вот эта техника небольшая, она необходима, потому что Самарский район, он уникальный район, в прямом смысле слова, потому что у нас дворы все дореволюционные, и большая техника заезжает, ну, единицы дворов, куда можно загнать большую технику. И без малой механизации, ну, практически здесь не обойтись. Дворники и водители машин работают сейчас буквально повелителями погоды. Своими лопатами, кирками и тракторами они приближают весну во дворах Самарского района. За зиму снег слежался и затвердел. Солнце во двор заглядывает нечасто, а потому, если не помочь, сугробы могут пролежать здесь до самого мая, постепенно затопив подвалы домов. В это время сотрудники МП благоустройства вовсю наводят порядок на самарских улицах. В первую очередь вручную убирают мусор, затем начнут собирать грязь вдоль дороги. Сейчас вся эта грязь и пыль находится в таком состоянии, в котором ее легче всего убрать, потому что в дальнейшем она слежится, и ее будет тяжело убирать. И меньше запыленность воздуха. Большая генеральная уборка города после зимы начнется через 2 недели. Сейчас идет подготовка к ней. Работа важная и нужная. И если ее не сделать вовремя, наводить чистоту позже будет и сложнее, и дороже. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.